Привет, с вами Александр, ведущий канала новостей и технологий УЗИ, наш новый канал в проекте Народная инициатива. И сегодня среди роликов, как правильно оформляться, продвигаться и все прочее, я вам покажу один ролик из нашего другого проекта «День, люди, события». Он выходит у нас каждый день, посвящен каким-то историческим событиям. На их примере мы посмотрим продвижение. Значит, для того, чтобы хорошо продвинуть ролик в Ютубе, надо быть к этому, скажем так, грамотно готовым. Давайте начнем сначала. Это наш канал, канал ТВ Инфо. Вот смотрите, что я делаю. Многие вещи вам покажутся известными, но подумайте, так ли это. Добавить видео. Сегодня у нас 22-е, я ищу подготовленный ролик на 22-е, вот он наш ролик, я его загружаю. Начните с того, что у вас все должно быть готово. Вот мой предыдущий ролик. Я беру уже заготовку названия нашей программы, чтобы не тратить много времени. Меняю, вставляю ее сюда, пишу «22 сентября». Значит, у нас ролик посвящен закладке храма Христа Спасителя. Скорее всего, выйдет за 100. Угу. Тогда убираем вот это вот, чтобы мы могли поставить название. Ну да, получилось. Ctrl-C. Убираем вот все, что здесь. Описание, соответственно, должно быть готово. Описание у меня готово в отдельном файле. Берем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вставляем. Убираем здесь последние неточности, то есть вот не надо здесь вот так ставить, люди этого не любят. Дальше вы можете добавлять все, что угодно, у меня окончание просто мои программы, для того, чтобы искать новых клиентов. Вот я беру, добавляю, получается вот такой вот хвостик. Здесь, вот здесь мой канал. В эфире, в Яндекс эфире указан, и, значит, номер кошелька, на который можно пожертвовать на поддержку канала. Здесь я меняю на 22-е. День, люди, события остаются. Берем наше ключевое событие. Вот убираем вот это ненужное. Закладка храма Христа Спасителя. Думаю, вполне подойдет. Так, Ctrl-C. Вот туда вниз, через вот такие знаки, решеточку, вы вставляете это сюда. Никаких пробелов, соответственно, никаких цифр. Ничего. Все только рядышком. Это будет показываться в первых строках. Там вот под видео это увидите. Так, что еще? Обязательно. Обязательно. Изображение к этому ролику. Сейчас, секундочку. Так, плейлист выбираем. Обязательно делайте плейлисты. Желательно ставить события в несколько. Вот я поставлю в политику и общество еще. Видео не для детей.
все равно YouTube будет приставать. Монетизация. Включаем монетизацию и посылаем YouTube куда подальше. Включаем все наши возможности, вот эту точку. Остальное на все не обращаем внимания. У меня все равно не получится ролик там в районе 2 минут. Там будет одна реклама. Если у вас больше, вы сможете расставить несколько. Добавить. Добавляем сюда обязательно видео. Ну, или если хотите ссылку, там что-то самое новое, ну, я добавляю предыдущие. Передача. Ну, вот эту я хочу добавить. Она будет стоять вот. Можете ссылки добавлять, если хотите, я сделаю отдельный урок по этому поводу. Вот. Просто это все повышает общий уровень ролика. Соответственно, открытый доступ. Ну вот первую часть медали, публикацию мы произвели. Чтобы все это развивалось очень хорошо, мы ставим, используем вот эту вот программку. Вот она, VIQ. Вам советую, ссылочку дам под видео. Значит, она нам всем, во всем помогает. Во-первых, она много нам подсказывает тегов. Если поставите платный, вот можно здесь оформить подписку, когда поставите себе, значит, ставьте лучше всего в Гугле. Плагинчик есть такой. Зайди, вот он. VIQ, Ezeon for YouTube. Поставите его, активируйте. Можно пользоваться бесплатной функцией, но если оформите подписку, у вас будут подсказки по тегам. Мне эти подсказки нахрен не нужны. Я уже эту программу освоил, а $40 каждый месяц платить как-то не камильфо. Поехали дальше. Значит, наша задача не только создать продукт, наша задача его оформить. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, мне не нравится вот это. Чем интересна здесь программа? Вот мы берем произвольные. Нет, текущие. Изображение, оно нам очень помогает. И берем мое текстовое название. Ну, вот так. Больше не надо. А больше надо. Посмотрим. О, давайте сделаем желтеньким. Мне всегда кажется, что желтеньким лучше. И здесь сделаем границу. Ну, у кого как? У кого как? Добавить текст. Вот наш текст. Ну, вот это вот все ахинею, пожалуйста, убирайте. Ага. Сейчас покажу. А, надо было выделить. О, все. Дальше закладка. Не мучайтесь ничем. О, и делайте вот прям все за мной. Отлично. Не знаю, еще не понял, как здесь. Сейчас я вам скажу. Во-первых, давайте по центру. Во-вторых, давайте увеличим. О! Нет, многовато. Увеличение хорошее, но многовато. Вот. Так. Ну, мы здесь ничего больше не сделаем. Или подтащим. О, подтащим. Немножко ниже. Давайте посмотрим. Да. Значит, как здесь в центре поставить, не знаю. Но я делаю вот так. Видите, с той стороны? Ну, вот и замечательно. Это наше изображение. Уже будет хорошо. Толщина. Ну что, хорошо. Следующее. Вот так они будут отображаться. Сохранить значок.
то эти все моменты очень важны в продвижении, потому что мы с вами должны оказаться, можем, конечно, запастись накруткой, но YouTube спишет, еще санкции ведет, все это не лучший вариант развития событий. Вот сюда мы делаем, обратно возвращаемся, открываем. Да что ж такое? Чем дружить с нами не хочет? Вроде все было правильно. Ну? Не дождался, что ли? Для перезагрузки может потребоваться время. Ну что, время так время. Ага. О, видите, перезагрузился. Теперь у нашего видео есть значок. Вообще, конечно, желательно делать его еще больше. Ну, хотя бы люди что-то смогут прочитать. Делайте больше. Не повторяйте моих ошибок. Теперь главная война. Оценка SEO. Видите, все по нулям. Это плохо. Наши ориентиры 100, 9 чек-лист. Давайте попробуем справиться с тегами. Так, вот, кстати, смотрите, что надо сделать. Храм Христа Спасителя. Очень хорошо. Сделайте следующее. Возьмите в мазилке WordStat в любом браузере. Откройте. Напишите Храм Христа Спасителя. Мой вам совет, поставьте плюсик вот здесь. Очень полезная информация. Не работает. Послал нафиг. Хорошо, просто. Храм Христа Спасителя. Давайте посмотрим. Работает. Вот ключевые слова у нас есть. Мы будем их потом немножко использовать. Ну что? Берем в первую очередь все поганое название. Огромное. Я имею в виду поганое, потому что оно очень длинное. Это приносит нам 11 баллов. Ну, тоже хорошо. Наша задача, чтобы это было хотя бы выше 40. Попробуем. Значит, что у нас с вами получается? Вот так вот делаем. Ставим рядом вот эту вот собаку страшную. Храм Христа Спасителя. Первый тег. Идем вниз. Вот здесь. Что нам это дало? О, 7. Храм Христа Спасителя, Москва. Теперь пока временно переоткрываем, хотя у нас уже 25. Наш текст. Ба-б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 а. Отечественной войне 12-го года. Ключевые события выдираем оттуда. Был 25, 28. Пишем слово «храм». Нет, Министерство обороны нам не надо, нам нужен храм, просто храм. Вот так. 35. Заметили изменения, да? Слово храм принесло. Архитектор. Нет, архитектор Тона. Тоже известная историческая личность. Сколько у нас было? 35. Что у нас стало? Нифига. Значит, храм Тону убираем. Ой, микрофон упал. Надо же. Какая досада. Император был? О, император Александра у нас здесь не было. Давайте посмотрим. Не было у нас императора Александра.
тоже нам не подходит. Император Александр. Ты смотри, как интересно. Тогда русскими живописцами берем вот это. Сложная работа. 36. Немного. Ну ладно. Проект Виберга. Проверяем. Основных участников этого безобразия. Ничего нам это не дало. Слово «государь» проверяем. Реки Москвы. Давайте так. Река Москва. Нифига себе, 44. Кремль. Ну так, ничего существенного нам не дал вот Кремль. Теперь самое интересное. Берете храм Христа Спасителя. Идете за дополнительной выручкой в YouTube. Израиль. Угу. Ну, после этого он уже перестал ездить, поскольку у него появился. Смотрим, что нам интересно здесь, в этой программе. Обращайте внимание вот сюда, да? Вот. Видите, как интересно. Слово «православие» мы пропустили. Ну-ка, это интересно. Почему мы пропустили слово «православие»? Видишь, у других работает, у нас почему-то нет. Хорошо, тогда идем по упоминанию храма Христа Спасителя и смотрим. Вот у нас храм Христа Спасителя. Вот у нас храм Христа Спасителя. Снос не надо. Быстрее строительство вполне. Судьба храма. Что там еще? Ну, Пасху можно применить. Вот это вот хороший вариант. Значит, о чем идет речь? Большое количество просмотров, да? И много подписчиков. Ну, хотя бы так. Это вырубаем. Для чего мы сюда идем? Храм Христа Спасителя. Вообще 31. Ну, Москва, Россия, Христос. Несущественно. Вот видите, вот этот. Значит, вот это существенно, когда есть синие у тегов, их надо брать. Неправильно получилось. Христос. Будет что-нибудь? 44 было, да? Нет, не особо изменилось. Давайте посмотрим здесь. История храма Христа. Возможно. О, 46, это нам дало. Дальше. История России. Очень сомневаюсь, что это нам даст что-нибудь. Ну, давай попробуем. Так, такое есть. Что нам дает? Да так, ничего. Пропускаем. Только теги. С помощью этой программы, даже в бесплатном варианте, мы все можем видеть.
Ничего. Ищем только... Год 850. Рио новости. Тоже ничего. Возвращаемся, как говорят, к нашим баринам. Вот, тут все окей. 46. Почему мы не помянули Алексеевский монастырь? Давайте попробуем. О! Ничего нам это не дало. И не упомянули Николай I. Тоже пока не работает. Давайте посмотрим теги самого храма. Вот. Например, тег. Так, что у нас там сейчас? 46. Замечательно. Во. Вот этот тег меня интересует. Ничего не изменилось. Так, ладно, возвращаемся к себе. Вот если бы была бы платная программа, было бы так больше. Нажимаем «Сохранить». Но это еще не все. Здесь мы его весь сохранили. Уходим из этой программы, переходим в Mozilla или каким там браузером вы пользуетесь. Сейчас он у меня здесь появится. Давайте смотрим. Вот он, красавец. Что мы должны сделать? У меня здесь вот открыты 4 части. Мы берем и в первую очередь разбрасываем это все. Сейчас видео еще будет орать, как сумасшедший. Советую вам обзавестись соцсетями. Это дело очень положительное. У меня их черт знает сколько. Даже не считал. Потому что надо быть идиотом, не зарегистрироваться в соцсетях. Вот. В Твиттере. В Одноклассниках. У меня что-то все настроено, они сейчас исчезнут. Блогер только останется тоже опубликован. Вот, давайте проверим. Пожалуйста, готово. Пожалуйста, должен быть готов. Сейчас узнаем. Да, готов. Твиттер зажигаем. Готов, не готов. Вот публикация здесь. Ну и в Одноклассниках. Готов, не готов. Готов. Что делаем? Очень важный момент. Ну, во-первых, везде ставим лайк. Закрываем. В Фейсбуке лайк особенный. Кто это мне все пишет в таком количестве? Попозже разберемся, ладно. Ставим лайк. Пишем. Первый отзыв. Очень понравилось. Ну, пусть будет такой простой. Супер. От самого себя, любимого. Так. Здесь только лайк. Ну и здесь, чего тут поставить? Ну, класс, например, да? Первую часть медали мы выполнили. Потом я это поставлю к себе на сайт. У меня есть такой сайт «День люди события». Там все эти выкладки есть.
Это вот закрываем, это нам не надо. Возвращаемся в Google. Вот нетронутый вариант 46.8, да? Давайте посмотрим, что такое тронутый вариант. Надо выйти и еще раз зайти. Сейчас. Опаньки. Выходим. Угу. Вот я вам советую поизучать чек-лист. Что мы здесь не делали? Он пока не зафиксировал поделиться на Twitter и поделиться, кто на Фейсбуке представил не менее одного лайка. Если есть у вас еще Twitter-канал и Facebook, зайдите с другого, поставьте сами себе лайк, я это сделаю, увидите, насколько это все изменится. В принципе, мы с вами еще можем это опубликовать в других, но по чек-листу можно подождать последний комментарий. Twitter и Facebook, я думаю, появятся, ну, не сразу, но появятся. В этом у меня сомнений нет. Потому что, ну, просто у них идет обновление, действительно, значение 41, с 50, нормально. Мы еще не прошли ранжированные теги, да? Их можно поискать, но мы это сделаем в другом видео, потому что уже ухожу за временные сроки своего выпуска. Ну что? Еще что интересного в этой передаче, обязательно сделаю еще один. Вот здесь у вас в аналитике, в этой в творческой студии, вот посмотрите аналитику. Вот аудит канала. Если провести авторизацию канала, давайте я это сделаю. У меня их много. Вот я сделал авторизацию канала. Чем интересна VIQ-то программа, простите меня за ломанный английский, то, что при авторизации она нам много чего дает. У нас идет полный учет происходящего. Ну, соответственно, когда будет платная версия, он будет еще больше. Хотя вот здесь мы многие вещи можем видеть. Зелененькие, насколько я понимаю, это положительные тенденции. Красные – это отрицательные тенденции, с ней нужно бороться. Сделайте подписку, увидите вообще все, что можно. Давайте посмотрим по видео, да? Смотрите. Очень много информации. Что еще тут можно увидеть? Description. А, не увидите подписной нужен вариант. По подписчикам, по SEO вам здесь все разберут. По конкурентам тоже непростой вариант. Вы сможете узнать. Ну, подписка вот на сегодняшний день стоит здесь $49 один канал. Все тут есть. Вообще без проблем, да? Так что, и наверное, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Хорошо, это сделаю отдельно, чтобы сейчас не тратить время. Короче, VIQ – классная программа. Очень сильно будет всему помогать. Делайте. Оформляйте свои ролики, как я вам сказал, тогда у вас будет и так, и сяк, и наперекосяк. Все пойдет
лучшим образом. Да, делайте обязательно плейлисты тематические, чтобы вас могли находить. У меня их там черные сколько. Ну вот, наверное, все. Пишите свои вопросы, я попытаюсь ответить. Спасибо за внимание.